to your cerebral cortex. With the primary connection severed, much of that vision is lost. Several fragments do remain, however. Ghosts, if you will. Observe. Короче, Склифосовский, короче. Wargames. The sheer volume of encounters you were processing was astounding. It is truly remarkable that you survived as long as you did. Though this may seem disconcerting, there is still some good news. This chip bears a striking resemblance to a medical implant I briefly assisted in developing at the gene therapy clinic. Я половину слов не понимаю, не хочу больше. Поручить доктору Тайгану вскрытие офицера Адвента в лаборатории. Да. The Advent officers have clearly been modified to allow for their subordinates to receive new orders psionically. The implanted chip is the key. Вскрывайте. Или что? Модуль на оружие. Магнитные винтовки, которые использует Адвент. Необычайно сложное оружие. Винтовка самоуничтожается, когда ее первый владелец погибает. Однако, проведя небольшое исследование, мы, вероятно, сможем использовать ее часть защищенной. Гибридные материалы. Броня, в которой были одеты найденные нами солдаты, представляет собой невероятную смесь материалов. Один труп. Помимо разных удивительных генетических усовершенствований, имеется нечто вроде биомеханического импланта. Интересно, что бы мы услышали, если бы подключились к этой системе. Я хочу броню. I do find that area of research to be among the more intriguing options available. We'll begin working. Броню хочу. I'll send word when a complete report is available. Looks like Shen got that. Девки слишком быстро померли. We're ready for you on the bridge. Так. Бойцы. Давайте повышение тогда оформим, по идее, да? Теперь она снайпер. Охренительно. Снайпер. Так. А я могу ее отредактировать прямо? Сейчас поменять ее имя. Ага, могу. Так, давайте ее назовем тогда. Есть у нас тянки в чате? Какая-нибудь Тян, например. А, не, имя я не могу поменять. Или могу? Могу. Есть какие-нибудь Чаны, Тяны в чате? Давайте, на самом деле, короче, это в честь Quiet, реально, из Metal Gear. Назовем ее Quiet Кадзима. Пусть будет. Ну и, соответственно... Хотя японский снайпер, знаете, это немного смущает, но... Ме-ме, не страшно. О, биография. В сопротивлении подозревают, что кто-то из них, да. Мэрия возглавляет список подозрительных лиц, но в текущей ситуации кем бы они трясла сиськами в МГС. Интересно, интересно, интересно. Голос. Японского нету, ну ладно. Хорошо. Хорошо. Одну назвали. Quiet Кадзима. Так. Сюзанну Сидорову я оставлю, как просто, ну, типа человека, который все-таки у нас был. Изначально. Который был героем. Вообще здесь много, на самом деле, всего надо делать. Давайте, наверное, на следующий уж стрим тогда. На следующий. Я еще один стрим поиграю. Я попробую решить проблемы с лагами, и тогда мы... Ну, как и все стримеры это делают, знаете, вот это вот, вот это все. Ой. Вот это все, типа, называть в честь сабов. Спасибо, Кадзима, за донат. В следующий раз поплотнее поиграем. Мне игра... Ну, не то чтобы понравилось, но что-то в ней есть. Я бы прошел еще пару миссий, посмотрел, но надо решить технические проблемы. Надо решить технические проблемы. Не знаю, с чем они связаны. Возможно, с тем, что я 4 дня не перезагружал компьютер.
Было прикольно. Было прикольно. Может, даже еще сегодня. Сейчас мы быстренько с Виловгейсом свяжемся. Если будет скучно, то я потом еще, возможно, туда зайду. В эту замечательную игру. Хочется просто в арму. Прям давно уже. Несколько дней. Я как не зайду, у всех арма, арма. Алло. Сейчас, секунду. Скажи еще что-нибудь. Раз, два, колбаса. Ты очень есть хочешь, судя по всему. Да. Ну ладно, скоро все будет. Вроде... Я могу притвориться твоим голодным рабом, если мы будем какой-то РПГ играть. Да тут нет никакого РПГ. Скорее всего, нас окружат школьники и будут ставить какую-нибудь нелепую музыку. Понимаешь? Я думаю, они будут кричать «Jump! Jump!». Это на американских серверах. Запускай арму просто. Запустил. Сейчас меня загрузится тоже. Так. Смотри, ты поиграл в Firewatch, в Leviathan, в XCOM 2. Я насыщенно живу. Какой твой топ-3? Ну, как наверное, лучшее, ну, грубо говоря, откровенно, вот я понимаю, что лучшее из этих игр это XCOM, ну, по всем показателям, но я столкнулся лишь с техническими трудностями, она у меня почему-то лагает, причем она не тормозит, не теряет FPS, она именно, не знаю, что-то технически... Я тебе потом сброшу скриншот настроек, мне кажется, там... Про одну настройку забыл. Нет, я ставил вообще низкий, 1024 на 768, даже это не помогло. То есть тот же самый лаг остается. То есть там вообще все настройки графические убиты, она точно так же идет, как она идет на максималках. Видимо, у меня просто компьютер с ней не дружит. Но мне вообще-то кажется, что это из-за того, что... Я вот один раз встречал подобное в другой игре, я не помню в какой. И это было из-за того, что у меня второй монитор работает не в том разрешении, в котором первый. Mm-hmm. Типа. Да, ну, может такого быть. Ну да. Ну, в третьем Думе у меня такое было. Когда-то, давно. Да, да. Но ты решил, я надеюсь. Куда заходить? Пока да, я отключил второй монитор. У меня, блин, обновление какое-то качается, я не знаю. Надо ждать. Я-то не готовлюсь к стримам, поэтому, видишь, у меня ничего не работает никогда. Зато ты всегда в хорошем настроении, не устаешь. Я очень устал. А, честно, я тоже очень жрать хочу. Может, просто офнем, поедем жрать. Прямо сейчас. Твой стрим. А, ну ладно. Да давай еще полчасика посижу. Давай. Я просто думал, что я за... Легендарный Макс, спасибо за подписку. Я как-то совсем мало постримил, всего 3 часа. Я думал хотя бы 4 постримить. Изначально-то я думал 5, но когда я прикинул, во сколько я закончу, если я буду стримить 5. Дело в том, что... не знаю, как так получилось. Я вроде заводил не слишком поздно. Да все хорошо. Ну, ладно, если ты говоришь, что все хорошо. Просто, понимаешь, сабскрайберы, они не любят, когда 3 часа, они дольше. Им не объяснишь, что у тебя такое в первый раз. Да, сейчас кто-нибудь еще задонатит 5000. Никогда. И вообще не захочется не включать. Раз, два, три, четыре. Хм, прикольная штука. Видишь, я на пути к изменениям голоса. Это ты через рулон туалетной бумаги? Да. Грязной туалетной бумаги. А. Текс. На всякий случай, ради мер предосторожности, поставь в Стиме то, что ты не в сети. А потом... Да, я уже не в сети. Потом я тебе скажу, куда зайти. Я сейчас сам выберу. Тебе как больше нравится играть, наверное, на иностранном сервере, где иностранные игроки, или тебе все равно, по большому счету? Можно с иностранцами. Ну, я не знаю, это просто ты... На самом деле, понятия не имею, что за режим, как в него играть, поэтому... Окей. Я могу быть рабом-переводчиком. Это было бы прикольно. Но тебе прям хочется, я смотрю, слишком часто рабом. Я говорю, да? Так, здесь нужен мод. Сейчас. Mm-hmm.
Сейчас на всех, кстати, RPG-серверах появилась тема, что нужен мод, и меня это удивляет. Давай по-быстрому закачи. Погоди, еще рано. Вдруг получится так проскочить. Последний раз я попал в аварию. Но не в реальной же жизни, так что ничего страшного. Ребят, сейчас пока картинки не будет, я понял, что я не прав. Запуская без мода. Видимо, все раньше, короче, эти сервера работали просто. Запускаешь и работает, а сейчас надо что-то искать. Ага, я нашел. Короче, попробуй. Сейчас я тебе напишу. В Steam Workshop надо найти мод. Такой вот. Точнее, вот так, наверное, он даже будет выглядеть как-то. Угу. Ай, как все тяжело с этой армией всегда. Так. Сейчас я проверю, заработал у меня или нет, и скажу тебе. Ну, если нет, то тогда ничего страшного. Ты же не стримишь сейчас, правильно? Не. Ну, окей. Я-то факапиться, мне не впервой, пойду дальше в Евротрак играть, и с тобой через полчаса поедем бургер кушать. Ты действительно хочешь бургер? Не-не-не, я просто скажу. Ну, потому что у нас выбор между мидиями и бургером. Так. У меня пока ничего не находит. Ни первый вариант, ни второй. Ну, первый точно есть. Да, ну первый точно есть, потому что ну, у меня сейчас открыт. Сейчас я тебе... сейчас игра у меня запустится, я смогу альтабнуться и с ней дать тебе ссылку. Если что, вот тут я нашел, если это открылось у тебя, срань. А, вот-вот, нет-нет, это дурацкая ссылка, вот так вот лучше. Угу. И, кстати, не знал, что этот мод до сих пор так популярен там просто. Еще и на сервер сейчас не зайдем. Но зато представь, насколько будет круто, если мы станем популярны благодаря игру в такие моды. Как лирик когда-то. Да, да, да. Нам не надо будет работать вообще. Мы будем заходить, сидеть на помойке какой-нибудь. Да, все работает отлично. Я тебе потом скажу просто номер сервера, на который надо зайти. Ну, собственно... Я вот только не помню, ну, наверное, мне чат подскажет. Я не помню, на какую кнопку беруши надо доставать и вставлять, потому что иначе у нас voice-чат будет не очень. Пользовательские настройки, наверное. Ну да. Нет, тут на какую-то типа end, что-то такое. Ой, хорошо так. Блин, единственное то, что у меня профиль дурацкий в этой игре, то есть... Я не могу создать адекватный с нормальным именем, потому что меня по айдишнику привязало, когда я батл рояль играл на этом, на турнире дурацком. Теперь я не могу поменять почему-то имя своего профиля. Я так хочу себе какой-нибудь Василий Казанова сделать имя там. Или Джордж, а сейчас какое? Джордж Лябуш. Да, просто Мэдди написано. О, так мило. Помню ли я рядового кактуса? Помню, конечно. И он никогда не покинет мое сердце. Я помню его глаза перед тем, как он умер, ударившись об скамейку. Я все помню, ребят. И даже больше, чем нужно. Как на нас упал вертолет, как мы скинули школьника, прикрепив его машину к вертолету. Это было смешно. Это Кекс придумал. Он поймал школьника, закрыл его в машине, привязал к вертолету и скинул на город. Школьник кричал, что мы говноеды. Теперь травма на всю жизнь, наверное. Трудно сказать.
Меня мало волнует травмы школьников. Так, я скачиваю? Да, надо скачивать. Ну, ты знаешь, весит он немало. Сколько? 4 гига. Ё-моё. Серьёзно? Угу. Как-то много. Ну, через 5 минут докачает. Ну, так это не так долго. Я не знаю, чем я занимался на этом сервере в последний раз. Но я его даже показать не могу, потому что сразу школьники набегут, и ты никогда в жизни не зайдешь на этот сервер, скорее всего. Он будет занят постоянно. Мне сейчас будет плохо слышно, потому что скачка идет. Я понимаю, да, я чувствую. Так. Беруши. На какую кнопку беруши кто-нибудь запомнил? Вот на сервере. Вдруг кто-то когда-то играл? Кстати, Кекс тут? Интересно. Сейчас я проверю. Он вроде... Как раз мы с ним в последний раз заходили сюда. Кикчанский в скайпе отвечает. Мне показалось, что я видел его на сервере. Вот в чем дело. Там был человек с именем Кирилл. Ну-ка, я сейчас проверю. Нет, это не он, это другой Кирилл. Ну ладно, была не была. Совместимость с античтом только надо поставить. F1 берушим, возможно. Не знаю, по-прежнему не могу ничего сказать. Просто во всяких вертолетах можно оглохнуть будет. Я не знаю, чем я занимался на этом сервере в прошлый раз, но я в шапке-ушанке и в трусах, и с лопатой. Наверное, ты кого-то закапывал после попойки. Сомневаюсь, что это было настолько весело. Ты, видимо, не представляешь, насколько здесь мало возможностей. Но, тем не менее, в свое время это было прям топово. Ты роль сам себе выбираешь? Или там есть какие-то стандартные, грубо говоря, доктор, служитель? Нет, ты просто появляешься, видимо, в шапке-ушанке с... лопатой. Да, и там уж как начинаешь повезет. Копать. Рынок куда-то выше, что ли, перевезли? Бар Тити Твистер хочу туда. Ух ты. 271 метр. А как деньги зарабатывать? Сейчас, погоди. Вооруженный человек из красного пикапа, сдавайтесь, вы окружены, сопротивление бесполезно. В случае невыполнения требования полиции будет открыт огонь на поражение. Слушай, я даже больше не вижу, как мне по этому-то говорить. Раньше это на капслог делалось. Я буду немым пока. Есть кто-нибудь, кто играет на этом сервере? Кто может знать? По поводу, например, voice-чата. Может, мне еще TeamSpeak надо какой-то подрубать? Потому что капслог больше не хочет включать. Кто-то помнит, как человек крикнул: «Грибабас, это ты?» А, да-да-да-да, неудивительно, что я в таком виде, действительно. Pipe ERR6, что это может значить? Pipe — это труба, правильно? Да. Нужен ТС с плагином, блин, TeamSpeak с плагином, господи. Но с другой стороны, это же, наверное, даже хорошо. Ладно, мне придется выйти из игры сейчас и насчет плагина тоже почитать. У тебя TeamSpeak установлен? Установим. Знаешь, как весело это все. Да. Ну, я тебе серьезно говорю, раньше эти сервера, они работали без всего этого. Чат, ну скажи. Собеседование-то не надо проходить, надеюсь. Может и надо. Ну, пройдёмся, ладно. Может и надо, но...
Я постараюсь произвести впечатление на адекватного человека. Левый shift про серберуши, окей. Пойду читать про сервер, ребят. Так. Да, вот TeamSpeak. Если вы никогда не пользуетесь модом от Task Force ARM, то, скорее всего, в вашем TeamSpeak не установлен. Необходимо для этого скачать архив. Содержимое скопируйте в папку TeamSpeak. Так, у меня это есть. Перед входом вы должны зайти на наш сервер. Перед входом на сервер. Если во время игры у вас не будет TeamSpeak, вы будете исключены с сервера, не сможете играть. Окей, окей. Выходи быстрей. Я вышел, ты не переживай за меня. Все хорошо. Господи Иисусе. Короче, я тебе скину просто правила. Когда ты через 5 минут меня возненавидишь, просто промолчи. Хорошо. Не надо. Я не хочу знать то, что ты думаешь обо мне. Они немного больше, чем я думал, надо признать. Извиняюсь перед зрителями за некоторые технические проблемы, но вы же сами понимаете. Это же решаемо. Так. Тут даже для меня тяжело, если честно. Я с трудом понимаю, что происходит. Я не понимаю, почему старые добрые сервера ушли в небытие, которые запустил и бегаешь. Ничего особенно не изменилось. Да ладно, сейчас зайдем. Настроим. Ну, это тебе так кажется. Я уже готов сдаться. Я нашел. Если это моя тачка. Если это вторая тачка возле ангара, там... Ебать, ты смотри, что происходит. Ты уже зашел в TeamSpeak? Похоже на то. Цанам привет передавай. Я не знаю пока, как говорить. Сейчас узнаю. Так. На капслог. Ребят, ну, да, да. Теперь я арму не могу захватить. Блин, как меня бесит на самом деле. Вся эта техническая фигня. Я так отвык на самом деле. Я так отвык от настроек Твича под Good Game, что я теперь не могу справиться с этим. Ну ладно, у меня похоже все работает. Мне просто придется игру перезапустить, чтобы ее схватило OBS. У меня теперь какая-то проблема с этими играми. Подлый яйцестрел. Спасибо за подписку. Ой.
Зато в TeamSpeak коннектит само. То есть тебе не надо будет мучиться, там что-то настраивать, тебе надо будет только этот плагин. Ну, и типа тебя закинет в нужную комнату сразу. Супер. Да, да. Так, чего я хотел сделать? Здесь вроде все правильно. Да, игру на Твиче поменять. Шевчук Ди, спасибо за подписку. На самом деле люди просто привыкли к быстрым стримам, к таким, где все заранее сделано. Но, например, у нас вот с Кексом был стрим, где мы устанавливали первый раз еще, когда, ну, никто особо не играл, Battle Royale для второй армы. Мы устанавливали, наверное, часов 8 просто на стриме. Может, 7. Ты уверен, что он того стоит? Не знаю, но я тебя забаню на всякий случай, знаешь, типа. Не разбанивайте это перманент, запишите его никнейм. Не выпускайте этого говноеда из загона. Любые действия стоят того, чтобы их делать. Это ты можешь отказаться от всего, встретив первую преграду. Мне нравится, как остальные всегда смайлы шлют, типа, что не их забанили, радуются. Подлый яйцестрел, да, я тебя сразу забаню. У тебя ник дебильный, и первый же вопрос тоже дебильный до невозможности. Ували отсюда, здесь таким не рады. У меня элитный чат. О, на первом сервере освободились места. Сейчас, секунду. Потом Денис месяц постоит в очереди. Залетит на него тоже. Мы увидим друг друга, нам станет скучно, и мы поедем пить пиво. В этом как бы и есть прелесть жизни. Школьник, который ходил в Altis Life за мной, да это каждый второй. У меня в какой-то момент был человек 20, и приехали все менты, пытались их разогнать, ничего не помогло. Потом прилетел читер, который начал бомбить громом и молнией, взрывать все. Ну и такое. Блин. Больше не буду этим играться, дурацкие звуки. Господи, заработай уже. Тут есть Тян. Ден. А, да. Да, там есть Тян, я тебе говорю. В игре? На сервере? Да. Супер, сейчас иду. Бегу. Разрешат они это сделать официально, но... Скорее всего, даже если они не разрешат этого делать официально, я это буду делать просто в рамках, как вот, обычный гражданин. Тогда я это буду делать один. Нет, возможно, это школьник. Буду вести съемки, буду создавать какие-то роли ток-шоу, передачи. Ухи, там, спасибо там, за подписку. Я собираю деньги с тех, кто вообще готов помочь. Ну, показывай паспорт, я тебе помогу. А как именно деньги используются в этой сфере? Объясните. А, покупка техники, то есть это разного рода машины, автомобили, а также вертолеты. То есть ведется съемка с нижних каких-то планов, ярусов, спасибо вам большое, и ведется съемка с верхнего плана, то есть птичьего полета как бы. Ага, значит вы, получается, себе бэху купите и будете на ней нет, разъезжать? Нет, деньги куплю... сдираете? Нет, я себе куплю... Ах, шарлатаны. Скорее всего, я приобрету пикапы. То есть это будет максимум две штуки. Я не уверен, что это женщина. Я все больше и больше начинаю думать, что это школьник. Как бы, из которых можно высовываться, и, соответственно, съемки будут более качественные. А, вот. Простите, а куда сдавать деньги?
вот мне. Если официально разрешат организовать, то я организую официально. Если не разрешат, то как бы у себя буду на счету. Позвольте поинтересоваться, извините, я вас перебью, я перед тем, как сдать деньги, хочу узнать, а будет ли возможность сидеть прямо в этом пикапе во время съемок, чтобы, так сказать, быть участником процесса? Знаете, какой взнос даже, для этого нужен? Знаете, я даже не рассуждал на эту тему и не предполагал, но вы подали очень хорошую и здравую мысль. Это школьник. Скорее всего, за это будет изыматься взнос в... Ну, как бы, чем популярнее канал, соответственно, тем больше взнос. Думаю, стартовая цена будет 5-20 тысяч. И вот. Какие ваши прошлые успехи в этой сфере? Мне бы хотелось просто знать, что я вкладываюсь в дело, которое будет, так сказать, опытом толком, человека в руках. На самом деле, никаких успехов не было. То есть я первый раз вообще этим занимаюсь и создаю канал. Но я брал интервью у губернатора, знаете, было мероприятие недавно, крупное, проходило гонки. Вот, там я брал интервью у губернатора. Вроде как вообще людям, на которых я работал в тот момент, понравилось, как я брал интервью. Соответственно... Вы сами брали у него интервью? То есть именно вы, не кто-то другой? Именно я, да. Задавал вопросы там и так далее. Ну давайте представим, что я какой-то известный человек, допустим, я, не знаю, футболист. Вот попробуйте взять у меня интервью из трех вопросов, чтобы я оценил ваши журналистские способности, так сказать. Здравствуйте, меня зовут Джамбалит, и я хочу взять у вас интервью. Первый вопрос, это вообще как тяжело было идти по ступеням вот вашей славы и по карьерной лестнице, невзирая ни на какие трудности, профессиональные травмы, опять же, футбол это действительно травмоопасная игра. Насколько вам было тяжело вообще добраться до вот этого момента славы и Юним, спасибо, вот, сейчас вы весь сияете и так далее, как бы, я считаю то, что это было тяжело. Вот как вы смогли преодолеть вот эти трудности? Я не футболист, вы сумасшедший. Вас надо сдать в психушку. Ну что же, это сугубо ваше мнение. Господи, ну и школьник. Ему надо на телевидении работать. Мэдисон такой, Мэдисон. Блин, кто ему там денег даст? Что это за бредовая идея вообще? Какие-то съемки из пикапа. Так, что у меня по деньгам? Он мне представился за то, как же его там звали. Так, Именно в планшет или в... Привет, братишка. Не напомнишь мне инвентарь здесь, на какую кнопку? Окей. Все, на Y. 600 тысяч подписчиков. Илюш, подскажи, какую сторону выбирать и какую роль? Тебе нужно цивилианом быть. Это единственная открытая нам страна, пока мы не заплатили денег. И выбирай Ковалу, пожалуйста, чтобы мы друг друга нашли. Да, я, походу, понял, о чем идет речь. Ну, мне какая разница. Крафтинг. Да что бы то ни было. Блин, я не могу больше рядом с этим школьником стоять. Он такой громкий, он до сих пор обсуждает меня. Я не знаю, кто бы этот Мэдисон не был, я его не знаю. Господи, блин, да как уйти отсюда подальше от него? Мне нужен кекс, который напоминает мне про управление. Вот, все. Замполит его звали, господи. Он, наверное, даже не знает, что это вообще означает. Я-то, кстати... Мэтт, я знаю, как заработать кучу денег. Погоди, это ты сказал? Это я сказал. Ты выглядишь в точности как человек, который знает, как заработать кучу денег. Пожалуйста, отойдите отсюда. Отойдите, пожалуйста. У меня есть такси, мы можем заработать кучу денег. Давай, подгоняй его сюда, я прям тут буду стоять. Привози. Сейчас. Денис, ты скоро придешь? Да я в очереди здесь, фолы. Блин, вот отстой. Кто это? Самый великий толстый Мэтт. Это что, реально он, что ли? Да. Держите его, загибайте ему руки. Отойдите, пожалуйста, отойдите. Я не знаю, о чем вы все говорите. Пожалуйста, не трогайте меня. От вас пахнет. Идите вон к школьнику. Он любит внимание. Сигарету. Здесь можно курить. Молодой человек. Здесь можно курить, я ничего не знаю. Идите к школьнику, и ему предъявляйте свои претензии. Уходи. Ну все, Денис, меня облепили, идиот. Не трогай его, можно. Мне нужно, чтобы ты пришел. Не знаю, если этот человек, как вы говорите, король, обращается с фанатами.
Сейчас я вас лопатой отмудохаю, отойдите от меня. Тихо, я выбираю гражданский, я жму окей, и все. Мне пишет, игра, к сожалению, закончена для вас. Вы не можете выбрать этот слот. Не-не-не, ты, видимо, цивилиана не выбираешь там или типа. Садись, пока. Чувак, ты мог нормально открыть. Да я. Вот, все, поехали. Поехали быстрее. Чувака. Вози отсюда. Чувака в наручники и пиздим его. Я не хочу бить черного брата. Давай его просто высадим, я думаю, он поймет нас. Ты давай. Выбрал точно самый большой слот, не зеленый, а именно фиолетовый, Ден. Нет, зеленый выбрал. Ну, цивилены же фиолетовые, по-моему, нет? Перечисли мне все названия ты слотов. Ты на первом сервере или на втором? На первом. Так. Самый ну, нижний, по-моему, это слот. Блять! Не ругайся матом, ничего страшного не произошло, в конце концов. Машина может взорваться, и мы... Она единственная у тебя? У тебя большой бизнес? У меня большой бизнес по воровству людей. Ну давай тогда куда-нибудь подальше отъедем, попробуем из этого негра хоть что-нибудь выбить. Поговори с нами, брат. Йоу. Скр-скр. Скр. Дэн, ты снова смог зайти или ты опять в очереди? Захожу. Слава богу. Я думаю, нам стоит... Нам нужно найти моего напарника. Погоди. Сейчас он появится и скажет, где он находится. Хорошо. Мне надо взять телефон купить, заехать. Я в кого? У тебя нету телефона, серьезно? Я давно не заходил сюда и... Короче, смотри, мне отметку, открой карту на М, через сделали, Shift поставь играть. Метку на, допустим, казино Топс и дуй туда. Она появится у тебя как бы на экране, сколько я тебе метров до него. Нашел казино Топс? Ищу. Прекратите светить! Чувак, как дела? Казино Топс — это верхняя часть города, под таксопарк. 300 метров. Угу, давай, туда. Поехали казино, нам надо подобрать Дениса. Хорошо. Ты так водишь профессионально одной рукой, я смотрю. Да, блин, я... Эй, чувак, ты БМВ! Сколько лет, ты постринул мою внешность. Да, ты уже прям превращаешься в настоящего таксиста, как знаешь, оборотни постепенно становятся волосатыми. Так и ты прям... Слушай, чувак, ты увидишь моего водителя, ты просто обоссышься. Да ты мне дорогу покажи, я тебя... Направо, вот где стоп написано, там направо поворачивай. На знак не смотри, его недавно поставили, он не значит ничего. Да похуй на знак вообще. Правильно, похуй на знак. Мы вообще по знакам не ориентируемся. Права купил, здесь и все купить можно, это же... Негр выпрыгнул, когда ты говорить так начал, видимо, испугался, что... Смотри. Я испугался, я добрый. Я надеюсь, просто сегодня из бара тебе не такой водитель повезет, иначе это просто бомба будет. Денис сейчас придет, Денис. А, это не он? Не, у Дениса нет такой машины, Денис абсос. Как увидишь абсоса, сразу поймешь, что это он. Вон бежит. Вот, сразу абсоса видно. Чтобы говорить, вроде капслок надо сжимать. Мы в этой, в шахе какой-то сидим. Денис, садись! Денис! Привет! Присаживайся. Колесиком мыши крутани и войди. Спасибо. Куда поедем, Денис? Вообще мы отдохнуть хотели. Надо взять, в общем, лицензию мафии, чтобы взять изолента и связывать. Кстати, Дэн, мы сейчас друг друга дублируем, мы можем... Все равно мы вряд ли будем расставаться, мы можем положить, наверное, нам надо скайп, чтобы общаться только через ингейм. Да я в скайпе заглушу тогда микрофон. О, отличная идея. Да, если что, включай. Прекрасно. Какие вообще у вас в городе есть интересные места? Ну, типа, знаешь, ты же таксист, ты должен знать, там, девочки, мальчики, все дела. Ну, в смысле, ну, девочки, больше, девочки, конечно. У нас тут больше мальчиков, мы тут по ним больше. Денис, больше горят мальчики, нравятся, ты как на это смотришь? Да ничего, ну, может, тогда сначала в какой-нибудь бар съездим. Есть бар? Бар тут есть, но там куча школьников, они вообще... Пойдем, посмотрим на школьников, люблю школьников. Только припаркуйся подальше, чтобы тебя машину не увели. А, слышь, подвези это к банкомату и магазину одежды, надо приодеться немного, а то я... Я думаю, профессионально одет.
Не, я, короче, это, с друзьями в лес ходил, они подшутили надо мной, все сперли у меня, оставили только лопату. И ушанку, чтобы я не замерз, не отморозил себе, ничего. Но ты видишь, как бы в таком виде в бар нельзя идти. Я не знаю, кого мы склеить сможем, кроме лесников каких-нибудь. Ну тут есть пузатые дяденьки с залысиной, они им дети нравятся. Я слышу по голосу, ты очень молодой. Ну, на самом деле тебе кажется, я уже довольно взрослый мальчик. 28 лет. Меня просто в детстве ударили по одному месту, которое за голосовые связки отвечает с тех пор. Иди к банкомату, вон банкомат. Я в машине посижу. Уезжаем отсюда. Блять, какой мудак меня блочит? Мэтт! Так, машина теперь наша. Ты тут сидишь в ней, я надеюсь? Мы что, типа машину украли? Типа того. Иствуд, спасибо за подписку. Ты бы эту дверь закрыл. Так хрен ее знает, как ее закрыть, это не моя машина. Не, братан, я закрыть ее не могу. Илюш? А. Что такое? Извини, я говорю, закрыть не могу, что-то не получается. Без ключей не закрывается. А, ну и хер с ней. Так, надо это, слышь, в другой город в банкомат поехать, потому что, ну, здесь этот бомж нас искать будет, скорее всего. Это его единственное такси, он только начал бизнес. Так, сейчас я запаркуюсь где-нибудь, где потемнее, и сможем свалить. Давай. Мне просто пометочку на карте надо поставить. Так. Да, на шухере поставил. Хорошо. Ближайший банкомат, чтобы не в этом городе. Блин. Похоже, нет такого. Где вообще ближайший соседний город? Сига-то еще есть, а? Слушай, это последняя была в пачке, извини. Зато она бесконечная. Переработка кокаина. Оружейный магазин. Сюда поедем. Чё здесь так тихо? Там пивоварня. Нормально все. Сейчас к пивоварне поедем. Залезай, пора валить. Ты проветрился? Нормально все? Да, все нормально. А, слушай, прям здесь же банкомат есть, лол. Я и не разглядел. Сейчас, секунду. Давай. Сядь за руль пока. Так. Блин. Ребят, кто играет на этом сервере? Да, давай. Ребят, кто играет на этом сервере? Подскажите, как с банкоматом обращаться, я совсем забыл. Не-не-не-не-не, Рузвельт, ты лучше мне объясни, как с банкоматом обращаться, я совсем этого не помню всего. У меня в банке почти лям мы тогда нафармили. А как забрать их, я не помню. Так долго-то? Да чувак, что-то, блин, банкомат какой-то непонятный. Сейчас я разберусь, погоди. Денис. Я, кажется, какой-то самолет слышу. Это вертолет, скорее всего. Денис, погоди секунду, мне нужно узнать у чата, как пользоваться этой штуковиной. Давай. Так. А, все, вспомнил, Windows, точно. У меня сейчас 55 тысяч с собой, возьмем еще. Хотя 55, наверное, достаточно будет. Но я на всякий случай еще 30 возьму. Все, отлично, я снял, у нас почти 100 тонн, пересаживайся. Все, я внутри. Мы даже богаты с тобой по здешним меркам, оказывается. Нам главное добраться до другого города, где никто не сможет нам... главное добраться до другого города, где никто не сможет нам ничего предъявить. И...
Соответственно, там затаримся шматьем. Возможно, купим свою машину. Забежим на пивоварню. У меня даже, скорее всего, лицензия на оружие есть. Можем, кстати, поехать потом кокаиновыми баронами попробовать стать. В общем, мир очень блестящий, великолепен. Главное, чтобы нас менты не поймали на этой тачке. Слушай, я вот свой кошелек не могу найти. Не подскажешь, куда я его положу? Ты, ладно, давай без ролеплея. Когда подходишь к банкомату, вообще, типа, на Y меню вызывается твое iPad. Там видно, сколько у тебя вообще наличности. Uh-huh, вижу. Когда подходишь к банкомату, нажимаешь на клавишу Windows на клавиатуре, и там будет, типа... 50 штук. Ну, это стандартно, у всех есть, типа, 50 для начала, видимо, для раскруточки. Главное, чтобы у тебя хорошая идея... Главное, чтобы у тебя хорошая идея была, как дальше зарабатывать, а не какая-нибудь, знаешь, тупость. Типа, снимать из пикапа интервью. Я в тупик приехал. Погоди секунду. Водитель из меня, конечно, никчемный, не то, что тот парень был, но... Сам понимаешь, да, бесплатная машина на дороге не валяется. Бензин-то хватит? Знаешь, я не за бензин больше беспокоюсь, а за то, что мы не успеем доехать, пока я от голода не помру. Я реально жрать хочу очень сильно. Но там вроде есть магазины и вообще все, что нужно. В этом городе мы вне закона. Во-первых, здесь очень много школьников. Во-вторых, хозяин машины. Слушай, я бы шмотки еще купил. Так и мы едем, там и магазин должен быть. Я правда, блин, я не помню, как камеру переключать в машине, поэтому я очень плохо буду вести очень долго. Но я надеюсь, что мы на правильной дороге. Еще и темно, как в жопе, как назло, типа, знаешь, ночь наступила. Шмотки обязательно возьмем, самые нормальные такие. Потом можно в бар будет прошвырнуться. Тут на самом деле единственная проблема — это расстояние. Они воистину гигантские. То есть до нужной нам точки почти 11 километров. Сзади машина какая-то. Да ты не переживай, пока у нас не начинают стрелять или тормозить нас, все нормально. А ты когда мне говорил, что мы поедем в бар, ты именно это имел в виду, да? Нет, я говорил, что мы поедем в бар чуваку, я не знаю, как его зовут, давай его Шата называть. Я, короче, Шате говорил, что мы поедем в бар, но... А, в смысле, в бар в реальной жизни? В смысле, да. Но по расстоянию тут примерно то же самое получится и по времени, но ты не переживай. Я довезу с удобствами, ты расслабься. Чувствуешь, как скрипит подвесочка? Да, очень лампово. Еба! Слушай... Вполне возможно, что мы приехали, на самом деле, только что. Че, нормально выйти посмотреть? Ты знаешь, я и не смотря могу сказать, что нам выходить надо. Пойдем. Посвети телефоном. Хераш не видно. Как? У меня старая модель, ты че? Ну, походу, пердак. Где мы вообще? Ну-ка, дай попробую. Смотри, там на горе какая-то башня. Не, так ты далеко не уедешь. Это нелепо, Денис, сдавайся. Нам придется вернуться в город, короче. Пойдем там затаримся. Сейчас, погоди, я отмечу магазин. Нам сначала надо к магазину одежды. Бутик Брюса. Денис, ну... Ты знал? Да что... ладно, ладно, нормально. Ты мог сам сесть. Нельзя всю ответственность на меня скидывать. Всего 1,1 километр. Как район-то спокойный. Чувак, что плохого может произойти в этой жопошной темноте? Господи. Ну, врезался и врезался. Чё так бухтеть? Ну вот я, чё-то не видишь, что вот там я. Там сигарет вижу. Мог впереди бежать тогда. Ща, погоди, я время посмотрю. Ещё только 2 часа ночи. Слушай. А.
Не, даже не предлагай мне эти вещи. Мне не нравится начало твоего разговора. Я вижу, конечно, что тут дом стоит и все такое, но я думаю, что ночевать не имеет смысла. Побежали. На самом деле хотел спросить, как отключить user joined your channel, user left your channel, user joined your channel. Это надо в TeamSpeak в самом отключать где-то в настройках оповещения. Ну вот, дойдем сейчас. Сколько примерно идти? 800 метров осталось. Да там светлее станет, повеселее будет. А владелец сможет найти свою тачку? Слушай, ты что-то беспокоишься о каких-то довольно странных вещах, если честно. Главное, чтобы он нас не нашел. Он заявить в полицию может? Да, может. Я думаю, что он уже это сделал. Если что, у полицейских видно, что мы угнали. То есть на нас, скорее всего, висит преступление. Поэтому если менты будут просить паспорт, то старайся говорить, что ты его забыл. Или прописки нет. Я вообще без паспорта хожу всегда. У тебя есть интересно. Паспорт. Вот смотри, подойди ко мне. Че? Ни хера не вижу. Мэдди, граждан. А как я тебе показать? Подбегаешь на колесико и показываешь. Я его лопатой. А, в смысле, пойдем. Вы что, ничего, лопатой, что ли? Не-не-не-не, я ее случайно достал. Темно, как у негра. Да нормально все, ребят, у меня то же самое сейчас на экране. Все хорошо, это арма. Я же не виноват, что все время, когда я захожу. Погоди секунду, одно важное дело буквально секунду займет. Обоссался, что ли? Что ты там делаешь? Кушаю. Слышь, машина какой-то. Может, уйдем с дороги? Сейчас, погоди, дай покушать. Давай отойдем, мы и так не на дороге. Там авария, похоже, произошла. Это не менты? Пойдем посмотрим, заодно, возможно, подбросит. Спасибо. За подгон. Ребята, подбросите до бутика. Нас тут раздели немного, мы до бутика хотим доехать. Просто люди. Спасибо. Да садись, я один. Сели? Да. Нам бы просто к одежде, чтобы мы затарились немножко. Окей. Спасибо. Всегда приятно встретить доброго путника. Блин, стрёмно как-то с незнакомцем в машине. Чё-то у вас тут много. Там мой друг сзади просто сидит. Но он ничего плохого не сделает. Он немного, ну, не в себе, что ли. Отстает в развитии. Я с ним дружу из жалости. Спасибо большое. Дениска, пойдем, Денис. Давай вылезай. Вылезай, Денис, надо вылезти. Спасибо. Спасибо! Удачи. Пойдем, Дэн. Дэн. О чем ты с ним говорил? А? О чем я с ним говорил? Да не, ни о чем. Пойдем, вот тут одежда. Где он мочился, по-моему, в углу прямо в магазине. Бегайте по городу. Нас обокрали. Обокрали? А кто обокрал? Не знаю, темно было. Он был похож. Погоди, я могу описать, я разглядел. Секретарь полицейского департамента острова Аутис. Хорошо, поехали. Он был. Да мы потом напишем заявление. Если что, я могу просто сказать, что он был в кожаной куртке, в кепке и был похож на такого, знаете, кавказца такого. На педика. Не-не-не, у него еще были зеленые Жигули, скорее всего. А акцент у него был?
Пожалуй, что да, но знаете, он иногда говорил с акцентом, иногда без акцента. У него еще был подельник, школьник, который сказал, что наша одежда пойдет на какие-то интервью. Я не понял, о чем он. У вот этого школьника голос был сильно писклявый? Да, очень писклявый, противный голос, знаю, отвратительный. По-моему, его звали то ли прапорщик, то ли замполит, что-то такое. Джимболит его звали. Я знаю, сейчас, мне нужно одеться. Коба. Можно тебя на секунду? Можно. Они, во-первых, 10 раз меняют машину и одежду тоже. Короче, я знаю, кто это, что это за люди были, я знаю, где они сейчас находятся, можно будет, в принципе, отправить туда отряд. Что, кто меня просил? Ребята, дайте выйти, пожалуйста, из магазина на секундочку. Давайте отойдем, кто хотел. Так, мы... Дениска, ты где? Я покупаю штаны. Хорошо, выходи потом. Давай, закупаемся топорами. Да. Ребята, у вас в департаменте будут пончики и кофе, а то мы голодные, если вы нас туда поведете. Будут. Хорошо, да. Хорошо. А, ну, потому что джимболит уже давно вышел. Так. Товарищ. У вас халат, как моего трудовика. Товарищ. А вот... с кем я сейчас разговариваю по поводу... Хорошо, я покажу документ. Пацаны на рыбалку поедете? С кем разговаривал? Мэдди. Значит, товарищ... Кейси Ловли, спасибо за подписку. Информация о том, что якобы вы даете ложные показания на второго человека, который был... Кто там на рыбалку звал? Десак, ты? Нет. Давайте проследим все-таки в участок. Денис! Ты где? Сейчас мы позовем. Денис. Кому сигарету большую надо, бро. Пацаны, кто хочет на рыбалку, к зеленой бейсболке подходите. Ну за сигарету большую. Да, Денис, ты. А. Батьков ковали на рыбу. Блин, короче, там какой-то мужик в костюме докопался до меня. Денис, это ты? Я диг-то не снял? Я? У меня есть одежда, нормально. Я диг не снял. Ты говоришь, покупай. Блин, давай я тебе передам, ща, погоди. Давай. Как дебил там стоял. Я нашел вас. Погоди, слушай, у тебя деньги есть, мужик? У меня куча денег. Передай тысяч 20 передай моему другу лысому, который плохо одет. Пусть паспорт покажет. Покажи паспорт. Так погоди, слушай, это что-то типа, блин, кредита, что ли? Зачем паспорт показывать? Нет, давай бы без наебалого. Не надо ругаться, ты очень грубый. Уходи отсюда. Мэтт, извини, пожалуйста. Не на... Уходи. Давай, уходи по-хорошему, а? Уходи. Он достал пистолет. Мне денег передать. Вот моему другу, вот он стоит. Все, не белопаты. Слушай, погоди, а как тут через... Что-то у меня в айпаде люди не появляются, которые рядом стоят. Тут по-другому, что ли, бабки передаются? Опа! Надо паспорт показать. Здорово. Здравствуйте. Вы что, бандиты, что ли? С чего да ты взял? Никто не бандит, я вообще не знаю, что это за что. Что за криминал? Какой криминал, чувак? Какой криминал? Ты себя-то видел, блин? Ты свою рожу видел вообще? Паспорт показываешь и появляется. Как паспорт показать? На... Покрути колесиком там покажи. Фанат Обамы? У тебя какие-то проблемы с этим? Тебе что, Обама не нравится? Вообще нет. Нет. Смотри на меня. И что, он тебе не нравится? Объясни мне. Ну, он бандит. Кто? Обама бандит? У тебя какие-то проблемы с бандитами, я не понимаю. Что ты вообще прикопался до меня? Ладно. У меня свой политический выбор. На рыбалочку кто-нибудь хочет? Блин, опять этот рыбак приехал. Передал. Все, Денис, пойдем. Надо затариться теперь. На стволы передай деньги. Не надо, пока рано для стволов. Ладно. На рыбалочку никто не хочет, братва. Я машину другую взял, нормально. Я отвезу лодку, у меня Господи, есть. Господи, со своими рыбалками, как же он.
Короче, Дэн, давай быстрее одевайся и дальше решим, что делать. Ты хочешь денег поднять или что ты хочешь сделать? Пока ничего не хочу, пока я хочу побыть в тишине немного. Ну, своим другом, вдвоем. Мы потом свяжемся с тобой, дружище.